Зеленые майские просторы Керченской степи. Здесь пшеничка зреет и зеленые склоны. Хотя не везде еще зеленоваты. Сухой травы много видно. Но в основном все зеленое. Вот те, которые западные склоны, они зеленые почему-то. А те, которые восточные, они еще травой мало поросли. А, ну да, солнце больше оттуда греет, с запада. С востока оно холодное здесь. Мы с Блэком по степям, по керченским идем. Жара на улице, солнце жарит, но ветер прохладный.